С вами снова я, Артём. Продолжаем проходить хитнут God Name 47. И у нас миссия номер 4 уже получается. Под названием «Резня в рыбном ресторане Чунг-Чо». В общем-то, миссия тоже довольно-таки короткая, как, в общем-то, и предыдущая у нас была. Как видите, по таймлайну, по тайм-коду она где-то между 5 и 6 минутами. Так, ну, в общем, следующая миссия у нас, скорее всего, будет подольше, потому что, в общем-то, она как бы одна из самых долгих и самых неулюбимых, скажем так, многими. Это, в общем-то, естественно, убийство Лихонга. А сейчас нам нужно будет уничтожить вот офицера, шефа полиции, точнее. И, соответственно, подставить, опять же, клан Красный Дракон. Тут берем берету на 16 патронов. В общем-то, пойдемте. Для начала нам нужно попасть в туалет данного ресторана. И там, в общем-то, оставить берету. На самом деле это абсолютно не важно, то есть как вы проходить будете. What can I do for you? I need to use the bathroom. Why, certainly, sir. Let me just get the key. Вот он нам дает ключ. Я, конечно, не уверен, что та дверь, она откроется, если у вас не будет ключа, но там у вас открыто окно. Вот в туалете, соответственно. И поэтому сюда можно спокойно вообще залезть. С улицы. Но я, опять же, говорю, что не уверен, что эта дверь тогда откроется. И сейчас мы пойдем за Красным Драконом. Нам его нужно убить и спрятать. Это, кстати, обязательное условие этой миссии. Чтобы мы его именно спрятали. Вот он у нас тут идет. Я уже, как бы, несколько раз эту игру проходил, поэтому я уже точно знаю, как бы, маршруты всех НПС. Ну, как бы, не всех, конечно, НПС, но таких важных довольно для сюжета. Что вот такие вот дела. Ну, подождем, в общем-то. Миссия, опять же говорю, не особо сложная. То есть тут главное не очень так сильно спешить. Да и следующая, в общем-то. Ну, там следующая, там свои, как бы, заморочки все-таки есть. Что следующее, я бы вот не сказал, что она уж... Как бы не сказал бы, что она простая. Но она, в общем-то, не самая сложная миссия в этой игре, это уж вы мне поверьте. Есть тут миссия, которая куда сложнее, чем следующая, соответственно. И вот здесь вот мы его где-то сейчас убиваем. Берем с него одежду. На самом деле, лучше всего его было сейчас перетащить в... спрятать для начала. А потом уже брать с него одежду. И нужно еще брать с него, взять с него этот амулет Красных Драконов. Так, соответственно, подстава будет более явной. Так, здесь я что-то не понял, почему у меня Хитман не хочет по этой... по лесенке спускаться. Думал, что если я туда просто пройду как бы на лестницу, тогда он спустится, но нет. И сейчас смотри, что мы делаем. Мы сейчас, в общем-то, идем в ресторан, в этот, через окно. Кстати, да, если вы пойдете через вход, то вас там будут обыскивать, но, по сути, у меня береты нету, поэтому ее найти не должны. Так что можно было бы и через главный вход идти в целом. И, собственно говоря, залезаем опять же в это вот окошечко. Здесь мы вставляем сейчас амулет Красных Драконов. Здесь я сейчас посмотрел, где этот наш шеф сидит. Сейчас мы тут его оставим. Да, вот так вот. И, в общем-то, берем берету. У меня не с первого раза, признаюсь, получилось в него попасть. Но, в общем-то, это как-то игра не особо учитывает.
При том, конечно, не следующей части, где там от количества выстрелов. В некоторых, по-моему, из них даже от количества выстрелов зависит то, какой вы рейтинг получаете. Здесь как бы вообще рейтинга нету, но, в общем, потому что это сложная сложность, здесь как бы вариантов проходить по-другому нету, потому что, как я уже говорил, по другим вариантам вас убьют, не знаю, за 30 секунд где-то. И на этом у нас миссия завершена. Всем спасибо, с вами был я, Артём. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте, приглашайте друзей. Всем, ребят, до свидания. Всем пока.